велосипед Autor или Автор. Вот это вот чудо стоит 70 тысяч, со слов клиента. Значит, клиент приезжает, девушка, объясняю сразу проблему. Берем затулочку, начинаем крутить. И она вот здесь подзакусывает. То есть нам нужна протяжка втулок сразу же. То есть гайка и контрагайка, конус точнее, должны быть протянуты. И не должно быть здесь закусывания никакого. Это самое главное, самое важное, что обычно не делают в магазинах. Дальше, обезжирить ротора. У нас гидравлика, тормозные колодки замаслятся, потому что ротор приходит, он весь в масле. Он с хранения, видите, как блестит палец от этого масла. То есть нужно обязательно обезжирить ротора перед тем, как пользоваться. В магазине это никогда не делают, у вас соспело уже километров, все колодки засаленные. По рубашкам и тросикам посмотрим. Вот так вот все здесь у нас перекручено. Нормально, ненормально. Может быть, перекинем рубашки, тросики. Если надо будет, подрежем каждый. Протяжка рулевой, настройка переключателя, проверка затяжки шатунов, проверка затяжки каждого винтика и болтика. Все вот это входит в настройку. И это долго. Это реально часа 3-4, чтобы все это сделать. Потому что сначала надо открутить ротор, обезжирить, эти все винтики открутить. Они, бывает, закисают. Снять вот эту резинку, протянуть с той стороны конуса. Здесь у нас кассета, тоже надо, соответственно, снять кассету, все это протянуть, то есть это очень-очень долго. В магазине велик собирается 15 минут, а у нас она собирается 3-4 часа, и стоит это, грубо говоря, около 1000 рублей, чуть подешевле, скажем так, если велосипед дорогой. А если велосипед дешевый, то это будет дороже, потому что втулки надо заново смазывать и много чего делать, короче. То есть чем дороже велосипед, тем, в принципе, проще с ним работа, и, соответственно, стоимость сборки дешевле. Чем дешевле велосипед, тем проблематичней. Сейчас будем все это собирать, и я в процессе, может быть, еще раз буду рассказывать, как это делается. Но у меня на канале есть очень много видео, как я эти велосипеды собираю. Велосипед собран. Это модель Горизонт от фирмы Автор. Велосипед оказался, на самом деле, очень-очень прикольным. Классная вилка дорожная с креплением под крылья. Очень качественная, хорошая надировка. Ход небольшой, как раз для дорожного велосипеда. Колеса здесь 28-е и очень хорошая прочная обода. Резина накатистая. Мне понравилось, подсидел на двух болтах, то есть очень удобно регулировать. И офигенная анатомическая ортопедическая сидушка с гелем. То есть как раз для девушки будет очень комфортно и удобно. Сразу же идет у нас вынос с подъемом, чтобы сесть прямой спиной. Гидравлика, правда, текровская, но работает. Ручки эргономические. Навеска у нас стоит Tourney TX и спереди, и сзади, но работает отлично, пока новая, прям без зависаний, без всего. То есть в целом очень хороший велосипед, дорого, но достаточно качественно. Все собрали, все настроили, протянули втулки, смазали, отрегулировали каждый винтик. Теперь может кататься года два до следующего техобслуживания.